Вы что тут тренируетесь и мусор кидаете? Совсем обалдели, что ли? Так, мне нужен еще один работник. Игра стоит 25 рубаксов. Игру купили 30 тысяч человек. Значит, разработчик игры получил 750 тысяч рубаксов. Тоже покупаю. Ну что ж, посмотрим, что же он сделал за такую сумму. Я приветствую тебя в нашем тайкуне по изготовлению спортзала. Что? Тайкун по изготовлению спортзала? У меня что, будет свой симулятор качка? Нифига себе, мой спортзал, и все будут сюда ходить? Ладно, нажимаю, что дальше? Йога-мат. Йога-мат ставлю. Какой-то йога-мат. И что сейчас произойдет? Девочка какая-то пришла. Е нажимаем. Бумс. Так, девочка идет сюда. Смотрим, что? Что? И она начинает заниматься. Смотрите, ножку вверх. Раз, два. Раз, два. Позанималась. Молодец. И, наверное, дала мне денег. Так, я еще должен один йога-мат и третий йога-мат поставить. Все, у меня три йога-мата стоят. Люди приходят, и я их обслуживаю. Раз, два, три. Ну что, ты молодец. Сразу сообразил, что нужно делать. Ну, конечно, я же папа дочки. Я все знаю. О, позанимались. Молодцы, молодцы, позанимались. Еще кто-то пришел. Ладно, что делаем дальше? Нажать вот эту кнопку. Ага. Щелкаем. Три. Прокачать в шесть. За $50. Ну, давайте посмотрим. Бамс. И оу, у меня территория увеличилась. Неплохо. Так, я сейчас запущу. Пускай пока тренируются. Пока не тренируются, мне идут деньги. Так, а здесь что? Здесь мы можем покупать йога-мат за $30, что ли. Давай купим. Все, я купил йога-мат. Нажимаю, наверное, билд. И да, вот он, этот йога-мат. Я его поставлю. Здесь не могу. Эх, я неправильно начал располагать. Ладно, воткну здесь. Ребята, у меня второй уровень, отлично! Открылся велотренажер. Друзья, хочу построить полностью построить вот этот спортзал. Поддержите меня, поставьте лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. И у нас идет не только симулятор качка, но и создание... Ну и создание спортзала. Раз, два, три, четыре. Давайте, давайте, ребята, идите тренируйтесь. Тренируйтесь, я здесь могу купить... Белый тренажер, давайте. Раз купил. Два откупил. Три купил. Три велотренажера. Давайте, сейчас мы их воткнем. Билд. Вот они, велотренажерчики. Встать вот сюда. Сюда. И вот сюда. Давай. Что такое? Шесть. Ой, ребята, я всего шесть могу сделать. Все, cancel, закрыть. Я могу сделать всего шесть. Сейчас, секунду, надо разобраться. Пускай пока народ тренируется. Отлично. Став, это что такое? Ноль. Ноль. Что ноль? Давайте купим что-то за ноль. Лола. Джимми и Вилл. О, Вилл такой прикольный пацанчик. Покупаем за ноль. И у меня, ребята, появился первый работник Вилл. Он будет теперь всех приводить в спортзал. Я буду зарабатывать деньги. Здорово. А что это такое? 99.50. Не знаю пока, что это такое. Ладно, попробуем вот здесь увеличить. Спортзал, левел ап до 9 аппаратов, $100 всего, да, без проблем. И, ух тышки, ничего себе, вот это да, так, мне нравится, давайте сразу увеличим еще. Не-не-не, не сюда, вот джим, левел за $500, да, конечно, левел ап. Бамс, ребята, смотрите, как я построился уже. О, круто. Какие-то стрелки горят на велотренажерах. Я зарабатываю 5-й левел и теперь могу сделать... беговую дорожку. Друзья, третий левел, круто. Кто не поставил лайк, ставьте, потому что я круто прокачался. Заходим в магазин и покупаем беговую дорожку. Раз, беговую дорожку. Два, заходим в билд и ставим их. Так, а как разворачивать ее? Как ее поворачивать? Попробую сейчас эти разные буковки. Но не получилось. Но зато я могу поставить вот сюда беговую дорожку. И попробую вот сюда беговую дорожку. А также велотренажер еще один я воткну. Вот здесь. Во, ребята, все, смотрите, сколько народу. И у меня пошла прокачка. Вот она, прокачка идет моего уровня. Чем больше людей тренируют, тем лучше. Вот, смотри. Так сюда приходят, что, мои подписчики, что ли, сюда приходят? Я просто своих подписчиков узнаю по футболкам. Если сюда приходят с футболками, значит, это что? Вы, ребята, мои подписчики сюда приходите, тренируйтесь. Давайте так. Давай, ножку вверх. Раз, два. Опа-на, он костлявая нога. Да, тебе явно надо тренироваться. Вот, смотрите, девочка пошла тренироваться. Ножки две вверх. Раз, два, одну, вторую. Вместе. Молодец. Принцесса клана папа дочки, умница. Отлично тренируешься.
А ты что такое, заблудилась что? Вот. Давайте-ка посмотрим все-таки вот эту кнопочку. Е. Увеличить за $330. Я могу улучшить свою беговую дорожку. Давайте левел ап. И она... Бамс! Классно, вот это просто деревяшка, вот это нормальная. Отлично, отлично, отлично. И смотрите, вот это я сейчас не могу улучшить, потому что у меня денег мало. То есть улучшать я могу только там, где есть много денег. Давайте левел ап здесь. Как велотренажер? Тоже это обычные деревянные, а вот это уже получше. Апгрейд, супер, супер. А кто тут мусор бросил? Что за пиздельники? Ребята, вы за собой убираете? Вы что тут тренируетесь и мусор кидаете? Совсем обалдели, что ли? Так, мне нужен еще один работник. Что такое? За $0. Вилл у меня уже есть. Майя, давай, Майя, ты будешь тоже у меня тут работать? Где ты? Майя. Майя. Где Майя? Я Майю наняла, ее нету. Эй, Майя. Тоже эквип хочу. Я ее пытаюсь одеть, ребята, но почему-то только один человек, что ли, может быть? Пока не понимаю. А, написано 1-1. 1-1, 1-2. Что вот это такое? Ура, у меня 4-й левел! Теперь я могу штангу купить, это круто. Давайте 0 левел, что это такое? Непонятно пока. Вот, я кого-то купил, смотрите. А чё ты просто стоишь? Чё, балбес, что ли? Давай, тренируй, ребят. Вот Вилл тренирует, а ты чё встал? Ты чё? Я тебя уволю! Я тебя уволю, если будешь себя так вести. Джаниторс какой-то. А, это тот чувак, который мне нужен. Он джанитор. Он уборку делает. То есть, если кто-то здесь будет мусорить, то он будет делать уборку. Давайте-ка улучшим дорожку. За $84 посмотрим, как она будет выглядеть. Бамс! О, прикольно! Можно еще улучшить, да? Давайте. Улучшить за $92, и она... А, это вот эту я улучшу. Давайте вот эту вот. В красную. То есть она приносит больше денег. Отлично, отлично. Вот эту в красную тоже. У меня $362. Отличненько. Вот это тоже хочу аппарат улучшить. Все, замечательно. А ты что стоишь, не знаешь, что делать? Бери и крути педали, если не знаешь. О, уборщик убирает, молодец. Не зря я тебя нанял. Все, работай. Посмотрим, сколько будет стоить улучшение спортзала. Следующее улучшение аж $1200. Это много, но мне нужно еще купить что-то новенькое. Вот за $290 я могу купить штангу. Покупаем. Отлично. И теперь ее надо установить в зале, чтобы мои, кто ко мне приходит, могли тренироваться, ребятки. Ставим ее. Дыдыщ. Отлично, вот она. Апгрейдим велосипедик. Отлично, теперь вот эти коврики, чтобы они были все-таки получше, а то они совсем какие-то детские. Вот это вот тоже путается. Вообще, кто будет здесь тренировать? Все, это улучшаю. Итак, ребята, у меня здесь все уже не первого уровня, кроме вот этой. Эта штука пока еще первого уровня, но она просто дорогая. Все, уборщик стоит посреди зала и смотрит в разные стороны. Кто же будет мусорить? Смотрите, какой-то король ко мне пришел. Нифига себе, ко мне король ходит. Обалдеть, у меня даже короли тренируются. Ребята, и вы тоже приходите в мой спортзал тренироваться, раз у меня короли тренируются. То это очень круто. Так, давай, давай, штангу поднимай, давай. Раз, два. Давай, давай, еле-еле, смотрите, у него же руки трясутся. Давай, давай, качком станешь, молодец. О, что-то поломалось, смотрите, что-то ломается. И этот чувак ее починил. Это здорово. Значит, уборщик не только подбирает мусор, но и чинит аппараты. А у меня тут приходят мои посетители и ничего не знаю, что делать. Дык-дык-дык. Ладно, ждем, пока наберется. А, денежки уже набрались. Я покупаю еще один аппарат со штангой. Вот, чтобы мои... где тебя поставить? А как тебя развернуть? О, нашел кнопочка, кнопочка на клавиатуре, буква R. Если кому-то интересно. Все, я ставлю... Ой, вот так. Да, все, здесь поставил, все, теперь их две. Теперь их два этих аппарата. Я могу еще что-то... поставить. Вот здесь, мне кажется, не хватает одного велотренажера. Где у нас велотренажерчик? Смотрим, вот он, $103 всего. Покупаю. Билд. Ставим его здесь. Развернуть его надо. Вот, развернул. И тут же апгрейд ему делаем. Апгрейд на второй левел. Дышь, нифига себе, меня аж дым-дым-дым. Смотрите, меня побило. Все, отлично. Так, заблудилась девочка. Тренируйся, тренируйся, тренируй. О, тоже подписчица, да? С моей футболкой. Да, вот мой значок, отлично.
ко мне приходят подписчики, я так рад, ты бежишь, ты тоже, наверное, подписчица. Это здорово. Вот еще с книжечкой тоже подписчица, моя футболка. Я по футболкам узнаю всех своих подписчиков. Круто, круто, ко мне ходят качаться подписчики. Это очень круто. Ну все, давайте тренируйтесь. Бамс, тебе помог, тебе помог. Вот здесь вопросиком надо тоже помочь. Нет, помочь девочке надо. Вот. Все, пускай тренируются. И я могу апгрейдить свою штангу за 800 долларов. Гоу. Бам, ребята, смотрите, какая она стала мощная теперь. Здесь теперь будет больше силы у моих подписчиков, которые будут приходить ко мне качаться. Все, ребят, смотрите, я настоящий владелец спортзала. О, ну давайте выйдем на улицу, посмотрим, что тут есть. Тут стройка, стройка, и вот если что... О, вот это она бежит, видали? Вот это она вообще чесалила. Так, туалет. Туалет пока не работает, но ничего страшного. Посмотрим, есть тут еще спортзалы. Да, какие-то есть. Но мой самый лучший, у меня самые лучшие подписчики в мире. Поэтому мой спортзал самый лучший в мире. Приходите, тренируйтесь. И рад буду вас здесь. О, бана, смотри! Вот это он понес! Офигеть вообще! Ого! Они уже у меня прокачаны! Вот это да, обалдеть, если честно! Вот это силище моих подписчиков! О, офигеть просто! Классно, классно, классно! Мне нравится этот спортзал! Что-то произошло! Начислили 416 долларов! День закончился, ребят! А, это что я заработал? 3000! Радость 221, это, видимо, на чай дали. Оба-на, 1200, я могу расширить свой спортзал. Вот, вот эта кнопочка нажает. Ребят, ну расширять его буду в следующем видео. Если вы поможете, поставите лайк под это видео, напишите папа дочке, строй спортзал Даши. Я обязательно построю. И все, кто у меня в друзьях, мои подписчики, вы будете приходить сюда тренироваться. И хоть это и боты, но это те, которые у меня добавлены. Поэтому, может быть, и ты тоже сюда попадешь. И посмотришь, как я улучшу свой зал. Все, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Я пойду тоже прокачаюсь. Так, с чего бы начать? Так, то или то? Ты не знаешь, что... Ладно, сначала помогу ребяткам. Не знаю, что делать. Вот чувак без головы даже не знает, что делать. Помогу ему, да, молодец, молодец. Вот этот тоже заблудился. Что ж такое-то у вас столько заблудившихся ребят? Помогать приходится.